И снова всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня новый выпуск Roblox по серии Супергерой Симулятор. Погнали! Я тут немножко поиграл уже, продолжал. Это, кстати, у нас второй выпуск будет. И вот, хочу вам показать, что я уже тут накачал. Погнали, смотрите. В общем, я себе купил костюм уже Капитан Америки. Вот, у него умения такие вот, бросает щитом и бьет щитом. Вот, бочечка. Давайте посмотрим, что у нас по деньгам. Сколько стоит следующий костюмчик? Так, у нас сейчас супергероя, следующий костюм... А, вот он, супергерой. Капитан Америка, то есть, извиняюсь. О, Железный Человек стоит 1 200 000. 1 020 000. Давайте будем собирать на него. Погнали. Вот тут халки стоят, крутые. Побежали. Ну, конечно же, мимо монеток я пробежать не могу. Собираем монетки. А чисто ради прикола стукнем этих нубиков. Так, вторая карта. Кстати, да, покажу, сколько я уже карт открыл вам тоже. Прикольно. Там дальше такие зачетные карты получаются. Вообще огонь. Побежали. Сейчас монетку еще возьму и пойдем. Хотя, конечно, это сильно мало, 400 денег. Ну, все равно они как бы валяются. Че их не подобрать-то? А ну, с одной тычки, на. 250 скелетов сразу, черепков, то есть. Круто. Так, погнали дальше, бежим. У нас с вами уже 770 тысяч денег. Кстати, уже скоро насобираем вот тут на новый костюм Железного Человека. А ну давайте босса попробуем. Ой, ой. По 250 урон, смотрите. Так, следующая карта. Здесь солдаты, смотрите. Блин, вот это убыстрялка не в тему. Эй. Так, убыстрялочка. Короче, 4 тычки надо делать, чтобы солдат это самое рассыпался. И берем с него 1250 этих черепков. Так, куда убегаешь-то, дружок? Так, о, нас зовут на ПВП. Погнали, попробуем. Может, что-то получится у нас. Где враги? О, вот, смотрите, какой-то с шариками клоун. О, вообще нубась. Получай. Интересно, а что тут за... Какие-то призы выдаются за победу? Да, не, походу, нифига не дали. Ой, не туда, хотел продать. Ладно, раз мы уже сюда прилетели, давайте продадим то, что у нас есть, наши черепки. Вот, 55 тысяч получили. С половинкой. Так, летим дальше. Вот мы перелетели сюда. Эй, давай. Давайте сейчас по Сурику новый наберем. Бочоночек. Потом, кстати, надо будет купить, как купим новый костюм Железного Человека, купим новый бочоночек. О! Этот удар по 500. Так этот круче, блин. Что я сразу им не бил? Подзабыл уже. Так, босса мочим. Солдат-босс. Куда ты там от нас убегаешь? Бух. Так, сколько очередей? Да дай пройти же. И 12. О, сразу полная бочка, короче. Полетели. С босса дается 12. О, я забыл, ребятки. У меня уже открыта и следующая комната. Вот это я, конечно, нуб. Я просто давно не играл, подзабыл. Да, я совсем... Вот у меня уже комната со сватом открыта. Тут вообще они по 10 тысяч сразу дается, смотрите. Ой, хоть бы не упасть. Ну кидает. Получай, получай. И по 500 урон, ну это получается 10 раз надо в него кинуть, блин. Многовастенько. Ну ничего. А, у нас уже полный, давайте сейчас монетки пособираем и полетим. О, есть, у нас уже есть деньги на новый костюм Железного Человека, круто. Кстати, обратите внимание, тут монетки сразу по 50 тысяч дается. Обалдеть. Тут можно на одних монетах уже, блин, собирать кучу денег. Так, вот тут вот ту еще монетку возьму, еще одну. Да, я жадный. Хочется побольше денег. На всякий пожарный. Сейчас, может, сразу и бочку купим. Хотя, может, на бочку не хватит, конечно. Вот. А, мы же еще сейчас продадим, да. Полетели продавать. Так, давайте смотреть. Покупаем костюм Железного Человека. Фух, мы рассыпались. О, круто, смотрите, какой он крутой. Бочка только не смотрится. Полетели, соберем сейчас бочечку. Бух, по 1500 урона, смотрите.
Круто стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой, второе умение вообще сумасшедшее. Смотрите, по 2500 урона. Два раза стреляешь и все. О, уже рюкзак полный. Капец. Блин, надо срочно менять рюкзачок. Давайте сейчас это, пособираем монетки. Эй, что-то промазал, вроде по нему стрелял. Получи. А что мне дало 50 тысяч монет? Вроде 40 было. 50 тысяч, нифига себе. Так, продаем. 125 тысяч. Давайте посмотрим, какие бочечки мы можем купить. Так, где тут бочки? А, вот это бэкпэкс какие-то. Спины и рюкзачки, короче. Что у нас? Вот этот у нас сейчас... А, нет. Вот этот у нас сейчас. И... Что мы можем? За 500 купить, да? Давайте за 500 тысяч берем на 50 тысяч этих черепков. Погнали на последнюю карту. Сейчас подсобираем, еще купим рюкзачок получше. Пока с этим побегаем немножко. Обалдеть. По две тычки, смотрите. Бах, и сразу рассыпает. Круто. Получается, нам всего лишь 5 вот этих спецназовцев мы разбиваем. Берем черепки. И летим. Все, уже опять полные. Очень быстро. Мега быстро. Не, урон сумасшедший, конечно, у этого железного человека. Я боюсь даже предположить, какой урон у следующего. Там, кто там, по-моему? По-моему, там будет следующий Бэтмен, если я не ошибаюсь. Там вообще будет лютый урон. Так, сейчас еще один рюкзачок быстренько. А тут буква H, типа тут место для посадки. Тут вертолеты приземляются со спецназом. Так, лупим. Есть. О, уже полный рюкзак. Опять полетели. Лям 400 уже. Давайте что-то сейчас... Ой, нечаянно вышел. Лям 250. Берем. То был на 50 тысяч рюкзак, сейчас на 125 тысяч. Так, летим, телепорт. Это, конечно, потом выключать телепорт. Неудобно. Лучше бы они сделали, когда перелетел, он бы сам выключался. А так еще надо нажать кнопочку, выход. О, у нас на ПВП зовут. Попробуем. Кто тут с нами будет воевать-то? Кто хочет сразиться с железным человеком? Супер силачом. Эй, где враги? Ё-моё, неужели я сам сюда прилетел? Только время зря тратим, блин. Да, не состоялся у нас бой ПВП. Ну, раз мы здесь, давайте уже продадим монетки. Получили 150 тысяч и летим дальше работать. Выключаем телепортик. Так, монетку обязательно берем. Так. Лупим. Ой, нечаянно наступили. Ай, хоть бы не упасть-то. У меня пару раз было, нечаянно наступал на эту убыстрялку. Тут бегаю, раз, он, короче, падает. Так, а получается, чтобы открыть следующую карту, надо 2,5 миллиона золота. Капец. Будем собирать. Ух, сам упал, сам виноват. Получай. Так. Поскорее бы открыть следующую карту, посмотреть, что там-то будет. Так. О, все, у нас, походу, полная сумка, да. Полетели. Лям 250 сразу. Давайте еще раз сумку насобираем. И мы сможем уже открыть следующую карту. Ну, в принципе, быстро. Этот быстро набивает деньги. За счет монеток, которые еще лежат. Не забывайте их всегда собирать. Мы, кстати, сейчас в игре на 5-м месте. У нас уже почти 2 миллиона этих самых очков. А что такое? Что-то иногда глюкает чуть-чуть. Ты стреляешь вроде по нему. О, тут 2 черепка сейчас сразу возьмем. Так, я тут по двум сторонам сразу. И туда стреляю. Пух. Пух. Так, последнего бьем. И полная сумка.
Полетели! У-ху! Все. Так, летим опять. Выключаем телепортик. Сейчас пока пробежим туда к воротам, чуть-чуть подсобираемся, подкачаемся. Может, даже полную сумку набьем опять. Так. Сейчас откроем следующую карту с вами. Интересно, сколько тут всего карт, кстати? Там, по-моему, еще несколько. А последнюю, по-моему, вообще там чисто тупо за Роблоксы можно открывать. Но мы обязательно туда пройдем и с вами это проверим. Так, взяли. Сейчас. Не могу остановиться. Ну, блин, опять вы появляетесь и появляетесь. Ну ладно, уже и этого грохнем. Так что ж такое? О, есть. Кстати, ребятки, смотрите, тут боссы стоят. Я, кстати, не знал, что тут босс. Капец, 25 тысяч жизней хп. То есть нам с нашим уроном 2500 надо по нему стрельнуть 10 раз. И сколько монет? 50 тысяч черепков. Обалдеть. Итак, мы открыли следующую карту. На минуточку монетки дают сразу 250 тысяч. Представляете, 4 монеты взял, у вас уже миллион. Офигеть. Я даже мобов не особо хочу бить. А, кстати, у меня полная сумка, да. Сейчас посмотрим, купим новую сумочку, если у нас 4 миллиона 150. Вот там Бэтмен был. Так, 2,50, 7,50. Ладно, берем за 2,50 ляма. На 250 тысяч черепков. Так, это мы открыли, короче, лаборатория зла. Вот это, походу, научные работники, типа, бегают. А там вот в этих, в колбах зеленых, типа, зомби какие-то, роблок-зомби. О, ну у них много хп. Как у босса сватовцев, спецназ-босс, как обычный вот этот ученый. Вот, и они тут, походу, какие-то опыты делали, исследования, и делали супер злых, страшных, вон, зеленые стоят, роблоксы, зомби. Ну, а тут мы прибежали, короче, всех их клепать, освобождать. Ну, не то, что освобождать, конечно, а просто, как бы, пресечь ихнюю деятельность. То есть, они, походу, плохо что-то делают. Делают этих зомби, которые нам не нужны, они плохие. И вон стоят страшные такие. Эй! О, нас опять на ПВП ждут. Ну, давайте. О, по-моему, зря сюда полетел. Халк, по-моему... Смотрите, даже ничего... Ой-ой-ой-ой, у него жизни там полный. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, Халк, к сожалению, он, наверное, один из последних супергероев. То есть, в костюме Железного Человека нам с ним вообще не справиться. Давайте посмотрим следующий кто. Бэтмен за 4 ляма. А у нас совсем немножко не хватает. Давайте сейчас быстренько подсобираем. И купим уже костюм Бэтмена. С костюма Железного Человека мы уже почти выросли с вами. Там, наверное, вообще будет мега рубилово. Посмотрим. Так, монеточки. Оу. Тут они, конечно, такие подвижные, капец. Так, бегают. Постоянно надо прицеливаться. Так, еще 3 раза. Да не бегай даже, по тебе попасть. Нормально. Последний раз. Есть. Так, 25 тысяч сразу черепков. Монету сейчас возьму. Капец, какой был крутой Железный Человек в прошлой карте, и какой он, в принципе, слабоватенький в этой карте. Капец. Как тут надо? В каждой, в принципе, в идеале, в каждой карте надо обновлять себе костюм супергероя, покупать следующего. То есть, каждый следующий герой, он лучше справляется со следующей сложной картой. Как-то так. Ха. Так, ну у нас уже на костюм есть. Давайте еще этого грохнем. Мне даже впадлу собирать целую сумку. Потому что он медленно... Маленький урон, потому что... Плюс они вот это бегают, блин, попадать по ним неудобненько. Сейчас полетим Бэтмена возьмем. О, сейчас еще монетки захвачу.
О, кстати, мне интересно, давайте попробуем одного босса убить. Этим железным человеком. Мы еще не били. Получается то же самое, что обычный, да, обычный тот в белом халате чувачок. Он такой же, как этот сват-босс. И 25 тысяч черепков. Так, продали. Ой, нечаянно вышли. А следующий у нас какой-то, не знаю, вот это, наверное, Халк. А не, Халк, ой-ой-ой, Халк 65,5 миллионов. Нифига себе. Тогда да. Тогда Халк намного круче. Так, а ну смотрим, смотрите, он крутой. Тыщ-тыщ. Так, первый скилл просто кулаком бьет. А вот второй мне интересный. Блин. Нифига себе. С одной тычки. Короче, он кидает звездочки, каждая две звездочки бросает, и каждая звездочка 15 тысяч урона. Обалдеть. Тот, получается, железный человек с 10 тысяч надо было бить по-обычному. Я не про босса говорю, по-обычному. 10 тычек, а Бэтменом одна тычка. Вот это жестяк. Оу. На тебе. Вот, так это ж другое дело, блин. На-на, думал двоих сразу. Да что ж такое, не поп... Да что ж такое? Да что такое, что ты мажешь? Есть, попали. А, блин, вот эти мани... Вот эти убыстрялки, они... Так, полетели. 250 тысяч. У-у-у. Давайте купим следующую сумку. Там, по-моему, ракета была, если я не ошибаюсь. Угу. А, потом 15. Не, бочку не купим. Пока что ракету. Как всегда, рассыпались. Летим, летим в нашу лабораторию зла. Да, рюкзачок такой зачетненький. Яркий такой, смешной, детский какой-то. Так. Да ё-моё, вы можете не двигаться, не мешайте нам работать. Ай-яй-яй-яй-яй, ну вот то, что я говорил вам, что иногда я падаю. Тут не в тему эти, вот на каждом углу эти убыстрялки. Ну, раз мы сюда прилетели, это самое, опустошим нашу бочечку, продадим там нашу мелочь, что было. То я хотел посмотреть, как он босса лупит. С одной тычки, смотрите. Обалдеть. На. Тупо с одной тычки. Мега сильный. Да что такое? Что-то как-то они коряво летают и временами. Так, собираем монеты. Короче, давайте собирать сейчас на этот, на проход следующую карту. 12,5 лямов надо. А ну не стой, босс. Есть. 125 тысяч. Я в шоке. Так. А что-то они тут прячутся возле компьютеров. Типа работают, да? Есть, успели. Думал, сейчас успеет убежать. Не, не успел. Так. У нас уже бочка на 750 тысяч. Сейчас мы ее набьем целую, как продадим, и, наверное, сразу будет уже на проход следующую карту. Так, что делать, ПВП? Ну, давайте. О, это та баба волосатая. О, ну, Человек-паук, конечно, не справится. На, тебе получи. Так, где еще? Кто-то еще тут бегает, я слышал. Двоих мы раскидали. А, вон, о, вот он стоит, смотри. Готов. Взяли бы, придумали какие-то призы, когда на ПВП, например, первое место у тебя. Что-то какие-то там похвалу какую-нибудь давали, ну. Какие-то монетки там или черепочки. А смысл тогда на ПВП летать? Так. А, да, я ж продал там рюкзак, получается. Не успели мы набить целый, полный. Давайте сейчас попробуем. Капец, как семечки, смотрите. Раз. Даже не успеваешь понимать. Стрельнул, готов, стрельнул, готов. Только монетки успеваешь после них собирать. Черепочки, монетки. Ай-яй-яй. Да, они мало стоят на одном месте. Чуть стоит и, блин, меняет, видите? Меняет свою позицию. Итак, у нас уже 550 тысяч. 600 тысяч черепков. Осталось совсем немножко.
650, еще 100 нам надо набить, и будет полная сумка. Есть. Эй, что-то не взяли. Монетку берем. Да ты что, в последний момент, видели, стрельнул он, фух, и убежал, ну. Так, 50, ну все, полная сумка. Сейчас, монеты пособираю еще. Не могу пройти мимо монет, хоть ты тресни. Если они лежат, что бы их не взять? А что тут? Я только увидел, буст какой-то у нас. А, может быть, когда выигрываешь ПВП, дается какой-то буст. Вот оно что. Типа баф какой-то. Полетели. Воу, у нас 18 лямов. Так, погнали открывать. Так, возьмем монетку, раз уже появилась. Итак, открываем следующую комнату. Оба-на, смотрите, тут самолеты. Нифига себе, тут простые чуваки, 150 тысяч хп у них. Пилоты, короче. Да, и для этой карты Бэтмен уже становится автоматически не таким крутым. Ё-моё, монетка 1,5 миллиона. Так, а что-то тут какой-то баг. Смотрите, я не могу запрыгнуть на крыло самолета. А монетка там есть. Ладно, фиг с ней. Монета 1,5 миллиона. А черепки с одного 300 тысяч. 300 кусков. Я даже боюсь к боссу подходить. Его надо бить, там надо будет полдня. Ну и с него высыпется черепков тоже на вообще миллион. Ну вот, смотрите, открыть следующую карту 75 лямов стоит. Обалдеть. Ну, это мы уже с вами сделаем в третьем выпуске. Так что, ребятки, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще супер море, большое количество новых выпусков. Всем пока-пока!